Ребята, открываем багажник, показываем, что у нас там стоит. Если класс ограничения мощности, значит, ставим прибор для изменения. Открываем багажник, показываем, что у нас там. Запаска, домкрат, аптечка. Сейчас ТО сразу пройдем. И нету, какой вопрос? Ну а пока ребята готовятся, напомню, что спонсор номинации тюнинг компании Sweat. Прекрасный пример открытого и честного бизнеса по отношению к своим покупателям, партнерам и конкурентам. Отдельное спасибо Яковенко Кириллу за помощь в организации призового фонда. Спонсор Dynamic State Technology. Переводится как динамическое состояние технологий. Наш молодой, но динамично развивающийся бренд, воспитанный в лучших традициях южно-российской автозвуковой школы, воплощает в себе энергетику и темперамент нашего менталитета, выражая его в мощном и волнующем звучании наших аудиосистем. Наша главная задача – предложить вам высочайшее качество звука и исполнение, при этом быть доступным для всех любителей звука и осуществить свою мечту – иметь замечательную звуковую систему в любом автомобиле. Наши главные постулаты – честно, превосходно, качественно. Для достижения этих целей, применяя все передовые технологии и разработки, мы будем двигаться вперед к созданию новых, поистине выдающихся аудиосистем. Это все про Dynamic State Technology. Приготовились? Поехали! Слышу. 149,2, при том очень низко. Хорошо. Что-то? 33? 31, Ваня, отлично. Еще раз давай! 143,4. 144,3. Так, ребят, вот за это можно сейчас просто уехать домой. Ни с чем. Выдыхай. Так, открываем багажники. Смотрим результаты цифр. Какие цифры? Так, 48,5. 48,5? Нет, 4,8. 4,8. Так, ребят, что у нас здесь с приборами? А, здесь у нас стена. Выезжаем. Выпускаем автомобиль. Поехали, дружище. Так, что у нас там упало? Упал что-то там.